Спасибо. Друзья, для следующего нашего крутого бомбического мощного трека понадобится ваша помощь. Нужно выучить и запомнить два слова на английском. Внимание. Hey, baby. Запомнили? А повторите все громко. 3, 4. Hey, baby. Смотрите, слова абсолютно цензурные, поэтому даже детям можно. Поэтому давайте еще раз все вместе и погромче. 3, 4. Hey, baby.
Вот уже лучше. Эйба! Но мы знаем, что можете лучше, можете. Задача усложняется тем, что нужно петь эти два слова и танцевать очень сложный танец. Готовы, да? Но мы уверены, здесь собрались только талантливые люди, для вас не составят никакого труда это сделать. В танце задействована рука. Не нога, Слава. У всех свободная рука, если поднимите. Ну мужички, что? Вот в синей кепке, что там в карманах руками? Вот, одну можно лишь оставить, а вторую сверх, да? И повторяем за Мишей. Вместе со мной. 3, 4. Hey, baby, hey, baby. Вы громко. Плохо слышно все. А еще вместе, вместе. Ну да, хорошо. А теперь все вместе с нами. Поехали. Знай, когда ты огонь, я твой кислород. А когда ты весна, я мартовский кот. Мы так тесно сплелись, я вместе с тобой. Нас нельзя разделить уже никогда. Но уже никогда нельзя. Но уже никогда. Но уже никогда. Я твоя страна, Волгоград. А когда ты слеза, я соль и вода. Надежда принесет, пускает меня. Нас нельзя разделить уже никогда. Но уже никогда. Нельзя, но уже никогда, но уже никогда. Hey, baby, hey, baby, hey!
Крутотенюшка. Спасибо! Молодец! Слушайте, ну, коли ж мы так круто спели с вами, может, вы нам споете теперь что-то?